Хакеры — это же люди свободные, как художники. Они, значит, настроение у них хорошее, они встали с утра и занимаются тем, что картины рисуют. Так же и хакеры. Они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях. Если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают, правильную, в борьбу с теми, кто как бы плохо отзывается о России. Ну и возможно, это теоретически возможно. На государственном уровне мы никогда этим не занимаемся. Вот что самое важное. Вот что самое главное.